И в продолжение темы еще об одном проекте – благоустройство общественных пространств в Твери. Продолжается системная работа по благоустройству муниципальных и ярмарочных территорий. На бульваре Нагина уже установлен современный крытый павильон, проводится благоустройство. Разительно поменялись условия для торговли и на других объектах, как, например, на рынке на Петербургском шоссе. Палатки и тенты на муниципальных ярмарочных территориях уходят в прошлое. Вместо них возводят большие крытые павильоны. Здесь, на остановке «Вагонзавод», сейчас работает около 50 предпринимателей. Очень глубокая модернизация, действительно, по внешнему виду вы увидите, да, коммуникации мы потянули. Сейчас предприниматели имеют электроснабжение на каждой точке, они могут кассу подключить, кассовый аппарат. У них освещение есть, у них какие-то бытовые нужды. Люди здесь, по сути дела, весь рабочий день, они здесь должны быть на комфортных, нормальных условиях. Это чище, это безопаснее, это комфортнее, это приятнее смотреть глазу, это какой-то городской дизайн появляется. Нина Савина уже 20 лет трудится на рынке. Говорит, за эти годы произошли большие перемены. О прошлом и вспоминать не хочется. Стоим на улице, палатка несет куда-то там к небесам. Конечно, условия лучше. О чем вы говорите? В новом павильоне на 40 мест теперь торгуют и предприниматели на бульваре Нагина. Торговые места изолированы друг от друга. Есть электричество и защитные уличные рольставни. Сейчас здесь идут работы по созданию пешеходно-прогулочной зоны с местом для отдыха и малыми архитектурными формами.